Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтер, интерактивный комплекс – все это теперь обычные инструменты для образования унсукульских школьников. Здесь в рамках федерального проекта «Современная школа» открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Как отметил руководитель центра, это позволит развить такие качества, как креативность, критическое мышление, коммуникативность, а самое главное – научит работать в команде. Кроме того, это уникальная возможность создать для детей, проживающих в сельской местности, современные условия для получения образования.